повернувшийся. «Я королева и хочу повелевать тобой», — властно промолчала она, глядя на него. «Я сам король и никогда не подчинюсь тебе», — непоколебимо промолчал он. «Прощай тогда и уходи». Горестно вздохнула она, а он ничего не сказал в ответ, только еще выше вздернул свой подбородок вслед за схваченным носом комком воздуха и, устремив свой всепроникающий взор в область третьего глаза, двинулся по выжженной, зачеркнуто освещенной этим лучом тропе. Вернувшись,